А ты знал, что поиграть в простенькие игры можно даже на самом дешманском старом роутере? И это возможно, так как внутри каждого роутера есть плата, на которой распаян и процессор, и оперативная память. В нашем случае роутер очень простенький, поэтому максимум, что на нем сможем запустить, это CS 1.6, старенький Warcraft, GTA Vice City и все в этом духе. Для этого возьмем флешку специальную и, подсоединив к роутеру, перепрошьем его и накатим операционку Linux, в которой и будем запускать игры. Подключаем питание, сеть, втыкаем нашу флешку. Так, где тут разъем? Сейчас. Блин, ну конкретно на этом роутере не прокатит походу, буду искать другой с USB разъемом.